Евангелие Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивлялся. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтоб я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бил, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявши Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона. Его заставили нести крест Иисуса. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав,
не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий сын“». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани!» То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, очень устрашились и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтоб ученики его, пришедши ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого“». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.